Следующую пару. Лилия Газизова, я представлю участницу из города Казани. Русская поэтесса татарского происхождения, переводчица, эссеистка, заслуженная деятельница искусств Республики Татарстан, член Союза российских писателей, член Международной федерации журналистов, ответственный секретарь международного журнала «Интерпоэзия», город Нью-Йорк. Также она организатор многих интересных фестивалей, например, поэтического фестиваля имени Лобачевского, единственного в мире литературного фестиваля, который носит имя «Математика». Автор идеи, организатор международного хлебниковского фестиваля «Ладомир», организатор международного фестиваля «Литературная универсиада» в Казани, организатор фестиваля «Словесность 21 века». Стихи Лилии Газизовой переведены на английский, французский, немецкий, польский, македонский, турецкий, армянский, румынский, словенский, болгарский, латышский, украинский языки. Практически рэп. Переводит татарскую и турецкую поэзию на русский язык. А с ней в паре будет читать Анна Лукашонок. Город Екатеринбург, поэтесса, художница, книжный и дизайнер. Родилась в Кургане, училась в Екатеринбурге на дизайнера интерьера, организатор поэтической акции «Стихи против денег». Публиковалась в антологии молодой поэзии Урала «Шепчутся и кричат», в Пермском литературном журнале «Вещь», участник фестиваля «Воробей Фес» в Каменск-Уральском, фестиваля «Фантастика и элита» 2016 в Екатеринбурге, посещала литературную студию «Кимберлитовая трубка» под руководством Нины Александровой, которая, кстати, будет замыкать сегодняшний «Отправит батл», вошла в шорт-лист Волошинской премии в номинации «Малая художественная проза». Лилия Газизова. О, как я мечтал о них, бифокальных и сферопризматических, да просто волшебных очках, излечивающих близорукость. Еще я хотела встретиться с физиком Утехиным, который их придумал. Вырезку из газеты всегда с собой носила и показывала казанским окулистам. Они читали и не верили, говорили, что этого не может быть. В 12 лет я мечтала снять очки и стать, наконец, красивой. И вот мы с папой в царстве офтальмологии в Московском институте Гельмгольца. Врач с татарской фамилией Акчурина даже читать не стала мою обветшалую вырезку. Физики не врачи, говорит, и добавила шарлатаном. Мечта разбилась, но вскоре счастье-то какое, линзы появились. И я выкинула очки свои в окно, именно так, в окно. Совсем не по-взрослому я поступила, но до сих пор сомнения во мне гнездятся. Не могли очки, носящие дивные названия, бифокальные и сферопризматические, не сделать мир более четким, более счастливым. В памяти мужа и поэта Андрея Новикова. Дожди идут, как пленные солдаты, не в ногу спотыкаясь и в разброд, а я пока не чувствую утраты, неверие мне силы придает. Дожди идут, взбивая пену в лужах, своею нескончаемой тоской, и мне от этого должно быть хуже. Но жизнь течет сонливою рекой, и через три, не веря, не проверив, смотрю на ненадежный водоем, но за тобою не закрылись двери во сне. Мы там еще вдвоем. Стать стрелкой на часах Казанского Кремля, клавишей «Delete» мирового компьютера, западающий си бемоль утренним бесцветным мраком, всеми собаками мира очками Экстина родной переносится безвольным сердечным клапаном. Чем угодно, лишь бы не Лилией Газизовой. Анна Лукашонок. Помочь с микрофоном? Да, пожалуйста. Хоть вы и моя соперница? Да.
меня, если он не поможет. Антон Бутаков не только замечательный актер, но и главный режиссер Центра современной драматургии. Поприветствуем его. Спасибо команде соперников, да. Плюс одно очко им. Не поднимай мелочь, а то сам станешь мельче, площе, проще, блестящей, копеечней. Поднимешь копеечку и сам скоро упадешь, укатишься, потеряешься под троном кондуктора в зазоре между пребриком и бордюром, в ремонтируемой уборной бара, в урне после мусорного пожара. Поднимешь рублик и сам отрубишься, станешь беспозвоночным и однореберным, неразмененным, поцарапанным кончиками ключей, выпавший из порванного кармана ничей. Круглый сиротка, долька яблока, рюмка водки, история про другие рубли. Не бери чужие деньги с земли, с разлинованного на клетке пола, не поднимай с травяного покрова серебряные плоды. Но если ты сам посеял чеканные зерна, взойдут осины, наше будущее кресты. Грибной сон. Вот представь, что было бы, если бы были бы мы диковинные грибы пополам из смерти и серебра. Я твой брат, одноногий и хрупкий брат, потопавший листвой в темноте земли. Мы бы белой грибницей себя несли, чтобы вырасти у другого пня и позволить себя отнять. Отделить от корней острием ножа. Наша плоть ядовита и кровь свежа, и недолгую будет разлука та. Мы вернемся на волю из-под креста. На могиле окурок, вороний след, имя, фото, фамилия, сумма лет. И на ленте пластмассового венка памяти грибника. Тот момент, когда все стихи кажутся плохими. Самый плохой ты. Самый плохой. Хорошо. Что ты чувствуешь? Пустоту, жестяное трамвайное эхо. Мы в плену на коротком мосту, но не можем его переехать. Пусть равны суммы двух половин, но удача все не довезет нас в закрывающийся магазин. На шампанском сверкающий остров до 11 не успеть. Так успеть бы теперь до дивана с металлическим запахом смерть нацедить из холодного крана и запить сохраненный билет. Жаль, не сфоткала, нечем похвастать. Что ты чувствуешь, что ответ на вопрос не тождественен счастью? Спасибо. Голосуем за Лилию Газизову. Город Казань. Теперь уже, так сказать, нас не будут заметить в том, что мы там в темноте что-то мухлюем. Все, спасибо. Анна Лукашонок. Там что-то не выключили. Анна Лукашонок. Можно передавать таблички. Передайте там бумажку. А, потом. Бумажку. Нет, так, тогда верно. Домой. Как в школе. Ну что ж, боевая ничья. Вот у нас первая. Сейчас все решат актеры. Слово за ними. Антон Бутаков. Алиса Ковцова. То есть у нас легалий не будет, да? Русский актер цыганского происхождения. Русская актриса азербайджанского происхождения. Ну, вы сами все о себе знаете. Но, друзья мои, это вообще художественный руководитель, главный режиссер Центра современной драматургии, где мы сегодня с вами находимся. А? Голосуем за него в собаке. Топ 50 или за Ирину Владимировну. Или за Ирину Владимировну, да. Вот. Актер. Да.
Алиса Кравцова, да. Это молодая звезда, коляда театра и центра современной драматургии. Кто ты такой? Молодая? Ну ладно, не молодая, но звезда. Мы просто стендап приготовили. Что плохого в слове молодая? Я так молодая. Наоборот, это должно как-то... Один балл. Дискутируем об этом. Давай. Комаров больше. Стульчик кому приготовили? Да, это табуреточка для тех, кто привык читать с табуреточки. Это вот знаменитый символ, да. Стихи с табуретки. Стихи с табуретки, да. Да, Антон Бутаков читает стихи Лилии Газизовой. Ты же маленький, Саня, да, табуретка. Так мы уже пошутили. Да. Ну хорошо, друзья, давайте посерьезнее. Все-таки посерьезнее. Лилия Газизова. О летчиках Первой мировой войны и неконтролируемой нежности. Войны не было там. У меня будет. Ты говоришь, фон Рикгофен сапог. Я говорю, он ас из асов. Ты говоришь, он не рыцарь неба, на минуточку говорю, а 80 сбитых самолетов. Эрнст Удет, говоришь, да, говорю, но он второй. Эрнст Удет, говоришь, ладно, Эрнст Удет. У него был бар в самолете, и он застрелился. Он не в моем вкусе, и ты не в моем вкусе. Ты говоришь, тебе с детства нравятся девушки с прической, как у меня, с челкой и с распущенными волнистыми. И я говорю, у тебя нет шансов. Итак, летчики Первой мировой, летающие на скрипках Страдивари, поверившие в свое дурацкое небо, счастливые и гибнущие. Счастливые и гибнущие. Ты говоришь, я говорю, мы говорим. По скрипту. В стихотворении упоминаются немецкие летчики Первой мировой войны. Спасибо. Капризничай, сынок. Спи, сынок. Войны не будет. Ни сегодня и ни завтра. Никогда не будет. Я потакать твоим капризом стану, смешить и утешать тебя, и смазывать коленки йодом. Ты вырастешь, и ты поймешь меня, боюсь, поймешь меня, капризничай, сынок. И последнее, Сашенька. Мне было 18. По ночам я подрабатывала медсестрой, а днем училась в мединституте. Все студенты подрабатывали. Хотели узнать больничный мир и научиться уколы делать, ставить капельницы. Этому в институте не учили. Кто в хирургическое пошел, кто в терапию, а я в гематологию. У мамы была болезнь крови. Мне говорили, твое отделение надо назвать отделением агонизирующих. Медицинский юмор. Ха. Но... Больные вправду часто умирали, с лейкозами не задерживаются на земле. Сашенька, ровесница, рассказывала о планах на жизнь, после института говорила, не помню какого, вернется к родителям, замуж выйдет. И жених уже был, читала толстые книги, зачем приносили ей эти книги. На истории болезни стоял индекс ОЛ, острый лейкоз. Я внимательно слушала ее и каменела, а виду не подавала. Когда она стояла профилем к окну, ее светлые волосы отливали медью, а глаза карие. Говорят, редкость большая, кареглазая блондинка. От больных скрывали диагноз, но все знали. И почти все надеялись. Запрещалось показывать больным истории болезни. Кто очень надеялся, аккуратно лекарства принимал. Точно по времени. Постель заправлял, чистил зубы. А кто все понимал, избегал смотреть в глаза. Небрежно таблетки глотал и не участвовал в общих разговорах. Я научилась подразвивать бинтом подбородок умершим, чтоб тело, когда остынет, он не опал. Сашенька умерла не в мое дежурство. Спасибо. Алиса Кравцова. Можно пару слов скажу? У нас, мы, значит, с моей поэтессой выбрали стихи. И одно у нас совпало, но я думаю, что оно совпало не просто так, а потому что что-то в этом есть. И я хотела тут же переменить, и вот я хочу, чтобы вы сейчас проголосовали. Я могу прочитать это же стихотворение, только со своим взглядом на это, да, и не менять его. Да.
Не поднимай мелочь, а то сам станешь мельче, площе, проще, блестяще, копеечней. Поднимешь копеечку, а сам скоро упадешь, укатишься, потеряешься патроном кондуктора. Зазоры между поребриком и бордюром, в ремонтируемой уборной бара, в урне после мусорного пожара. Поднимешь рублик, а сам отрубишься, станешь беспозвоночным и одноребренным, неразмененным, поцарапанным кончиком ключей, выпавший из порванного кармана ничей. Круглый сиротка, долька яблока, рюмка водки, история про другие рубли, не бери чужие деньги с земли. С разлинованного на клетке пола, не снимай с травяного покрова серебряные плоды. Но если ты сам посеял чеканные зерна, взойдут осины, наши будущие гробы. Я просто рэперша, извините, я не могу свое прошлое выкинуть. Братец лис во тьме обвинозный, влажным голосом пропой, что диагноз несерьезный, а что утром мы домой. Расскажи мне пересказку, посчитай до ста с конца, чтоб малиновая краска перестала течь с лица. Помнишь прибаутку, как однажды жарь звонарь мою сломанную руку бросил блоку под фонарь? Или эту с дядей Степой про простреленный топор? Тополь, Мелитополь, не дотопал до сих пор. Слышишь этот топот? Это он идет ко мне. На его ветвях наколот с толстой сумкой на ремне. Почтальон в зубах, записка. Лебедь, щука, рак и пруд. Я тигренок, а не киска. Я умру, и все умрут. Как я упала с велосипеда, все выглядит и чувствуется немного иначе. Я вроде иду и уже никуда не еду, но асфальт выгибается, словно бугристый мячик. Ноги скользят, размякает и тает подошва, я тону в киселе из пыли и камня. В легкие набивается гравийная крошка, еще минута меня целиком затянет. По мне проезжают колеса автомобиля. В моих волосах запутывается кузнечик. Кончики пальцев мои потемнели, сгнили. А земля все наваливается и наваливается на плечи. Ступни пускают корни к метрополитену. Там затаятся за ровной спиной машиница. Машиниста тронется поезд, и я освобожусь из плена. Развалюсь на десятки бумажных квадратных листьев с портретом себя и тревожным. Она пропала, на ней были джинсы, очки и нательный крестик. А однажды я с велосипеда лицом упала. И с тех пор мы с асфальтом вместе, навеки вместе. Это была Лапкова, исполнившая стихи Анна Лукашонок. Кстати, я забыл сказать про Бутакова-то, что вспомнил-то я. И про Олега Ягодина тоже. Тише. Дорогие друзья, я должен рассказать. Олег Ягодин и Антон Бутаков были участниками первого арт-поэт главного библиотеки Белинского. Ветераны. Ветераны просто махровые. А вот. А мы сейчас с вами будем голосовать сначала за Антона Бутакова. Если кто-то поднимает, ну поднимайте выше, пожалуйста. Что у нас так и будет боевая ничья. Так, Алиса Кравцова. А можно два раза за Алису поднять? Да, Ну что ж, Лилия Газизова, Антон Бутаков заработали 10 баллов, Анна Лукашонок, Алиса Кравцова 12 баллов.